В Конаковском районе Тверской области ликвидировали 15 стихийных свалок. Все они были размещены на интерактивной карте Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». Это самое большое количество ликвидированных точек в этом году. Тему продолжит наш корреспондент. Сообщения о некоторых свалках появились на карте еще несколько лет назад. Люди жаловались в основном на те места, где мусор оставался после одного из известных музыкальных фестивалей. Речь идет о населенных пунктах на берегу Волги между поселком Весна и селом Свердлово, а также у деревни Искрино. Приезжают люди летом отдыхать, устраивают палаточные лагеря и после этого за собой не убирают мусор. К сожалению, местным жителям от этого не легче. Мусор зачастую там и пищевой, да, остается, он гниет. Конечно, это дискомфорт для окружающего населения. Благодаря совместной работе ОНФ и регионального оператора по вывозу мусора удалось ликвидировать 15 свалок в Конаковском районе. И, по словам активистов, мусор с некоторых свалок пришлось вывозить в 3, а то и в 4 заезда КАМАЗов. Наши общественники выехали на место. Информацию о том, что свалки вывезены, проверили. Действительно так. Но действительно, Общероссийский народный фронт по его работе, по вывозу несанкционированных навалов мусора, это хороший результат. На сегодняшний день на интерактивной карте свалок в Тверской области зафиксировано свыше 700 обращений. При этом почти 300 проблем уже решены благодаря Общероссийскому народному фронту.